Okay, but then we make it with colors and the numbers. Which color is this one? Rot-rouge. And in English, red? Red. Red, молодец. And wie viele, how many balls do you have on the plate? Mama! How many balls do you have on the plate? Have a look here. Ein. In English, one. А на русском один. Один. А, français. А так, ну хорошо, подожди. Эй! Ну окей, ладно, ешь давай. А inzwischen, параллельно, давай дальше тогда заниматься. Хорошо, ладно, подожди. Which colors are this one? Нет, я выбираю цвета. No, Charlotte, I choose the colors. Ну хорошо, ладно, давай так. Which color is this one? Yellow. Yellow. Und auf Deutsch gelb. Gelb. And en français jaune. Молодец. А сколько у нас здесь конфеток? Deux. Deux, c'est en français. Zwei. Молодец. Auf Deutsch and in English? Two. Молодец. Two. А где у нас здесь? Подожди. Прежде чем ты съешь что-то, здесь где у нас цифра 2? Two. Где? Подожди. А, не-не-не, подожди. Ну, но съесть ты можешь только одну пока, окей? Нет. Одну. Шерлок. Одну. One. Please put one back. Молодец. Давай теперь... Ты выбирай, но только должен быть другой цвет, хорошо? Нет, red, вот у нас уже было. Давай теперь, у нас чтобы были разные цвета. Подожди. А, это, кстати, да, такого у нас еще не было. Какой это цвет? Ну, хорошо, пусть будут все одинакового, да? All of the same color. Пусть будут все одинакового цвета. Это сколько? Нет, вернись, Шерлок, стоп, нет. Давай обратно, да, молодец. How many balls, how many chocolate balls do we have on the plate? Нет, ну-ка посмотри четко. How many? Ты уверен? Три. И сколько? Вот это сколько? Три. Genau, drei. Это три. Подожди. How do you say this in English? Три. No, drei, das ist correct, das ist auf Deutsch, und in English, three. Или trois en français. Подожди. А где здесь цифра 3? Покажи цифру. Подожди, где здесь цифра 3? Где здесь цифра 3, Шерлок? Нет, подожди, все цифры здесь. Посмотри, пожалуйста, все цифры здесь. Где здесь? Шерлок, подожди, я тебе показываю, что все цифры, они здесь. Где здесь цифра 3? Еще раз покажи, подожди секунду, еще раз покажи. Вот. И скажи еще раз. Сквифелис дас? Три. Три на русском языке. Драй или три. Да? Хорошо. Ну, можешь есть пока только одну. Одну, окей? Хорошо, прекрасно. Так, покажи мне, пожалуйста, цифру 4. Zeig mir bitte vier. Vier. And how do you say... How do you say this in English? Four. Покажи мне четыре пальчиками. Пальчиками покажи мне четыре. Молодец. А покажи мне еще раз цифру четыре. Цифры. Подожди. Покажи мне еще раз цифру четыре. Zeig mir bitte vier noch einmal. Молодец. Так, а вот это сколько? 5. Я показала 5. А теперь, а где цифра 5 тут? Где цифра 5 тут? Ага, как мы говорим 5 на английском? Five. А давай теперь вместе посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5. А теперь ты со мной. 1, 2, 3, 4, 5. А теперь на немецком. 1, 2, 3, 4, 5. А теперь еще раз сам. 1, 2, 3,
vier, fünf. Или один, два, три, четыре, пять. Un, un en français, un, deux, trois, quatre, cinq. А теперь покажи мне sieben. Sag mir bitte sieben или seven. Где здесь? Sieben, seven. Молодец. А пальчиками покажи мне sieben, seven. Молодец. Только покажи мне. Вот, молодец. Это 5 и 2. Супер. Сейчас получишь шоколадку. Und acht или eight. Wo ist acht? Oh, eight in English. Ну, тоже вот здесь посмотри, пожалуйста. Где у нас acht или eight? Acht. Ты сейчас... смотри, вот это у нас какая цифра? Это какая цифра? Зекс, покажи мне шесть. Покажи мне шесть, пожалуйста. Ручками покажи шесть. Шесть – это пять и один. Zeig mir bitte sechs. Шесть и один. Пять. Забыл, да, за Рождество. Fünf und eins. А девятка – это перевернутая шестерка. Так вот, это у нас остается восьмерка. Six, seven, eight, nine. Six, seven, eight, nine. Повтори, пожалуйста. Six. Nine. Давай, five. Давай вместе тогда сделаем. Five. Six. Seven. Окей, сам хочешь? Давай. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Cinq, six, seven, eight, nine. Или пять. Шесть, семь, восемь. Что? Что, я должна повторить? Пять, шесть, семь, восемь, девять.